Всем привет! Новое видео на канале. Сегодня я вам расскажу. Это уникальный случай в 2022 году. Два любимых вами марки телефонов Xiaomi, смотрите. Mi 11 Ultra с разбитым дисплейным модулем. Вот так он сам, смотрите. Вот так он все сам делает. Понятно, да? И человек настолько заморочился, что приобрел, скорее всего, на Авитушке родимой второй. Белый, с мертвой платой. Но, после того, как приобрел, отвез его в Москву, отправил в сервисный центр. А там сказали, что умерла флеш-память. И сейчас задача такая. Отсюда мамку перекинуть вот сюда. Давайте посмотрим, получится ли это сделать. Спасибо за то, что смотрите. Пишите Дональд Дак, если досмотрели до этого момента. Такие случаи бывают очень редко. Поэтому обязательно подписывайтесь, обязательно оставляйте свой комментарий. Поехали. Это у нас беленький, с белой крышкой. Вскрыли, он разбирался. Есть следы вскрытия, тут даже, короче, не знаю, как-то очень плохо заклеили. Вот так это все дело выглядит. Бассейн 1000 обычный белого цвета. Официально заводская проклейка, герметик идет черного цвета, полностью по периметру. Есть нарушение пломб после вскрытия, соответственно, нашего. То есть до этого телефон скрывался. Посмотрим, повезет человеку, что здесь рабочая плата или нет. А вот так у нас выглядит материнская плата от этого телефона, от Mi 11 Ultra с блоком камер. Вот с крутой камерой, которая у нас с лазерным этим вот этим всем, следов пайки в принципе нет, хотя вот здесь вот есть вот что-то какое-то, подтек с обратной стороны, выглядит следующим образом. В общем, сложнейшее на самом деле произведение цифровой техники. Представляете, да? Обалдеть. Линзы, шминзы. Ну вот, как-то так. Стоимость изделия примерно 50 тысяч рублей в руках сейчас. Вот это вот. А вот беленький. Сюда, ну он беленький, короче, чтобы вы верили, да? Сюда уже поставлена плата с черненького, как хотел клиент. И тут просят зафиксировать, что крышка у нас белая, вроде как не очень похожа на оригинал, потому что нет ни серийников, ничего. Ну, по сути, может быть, это китайцы просто забыли. А здесь внутри у нас вот такие вот надписи, буковки, смайлики и так далее. Вот такая крышка белого. Значит, фото-видеофиксация с черного телефона, вот он разбитый, снята плата. Черный телефон никто не, вроде как, не залазил. Снята плата и поставлена сейчас белый. Стоит на зарядке. Включится или нет, сейчас посмотрим. Итак, по итогу, что у нас получилось? Вот этот вот телефон, который теперь будет основным телефоном у заказчика. Все работает. Но сейчас блокировка аккаунта, поэтому надо, чтобы он пароль ввел, симку свою вставил. Все, как хотел человек. Единственный нюансик, перекинули еще нижнюю субплату, потому что телефон не заряжался. Тоже брали отсюда, а здесь телефон человек просил в разобранном виде ему предоставить. Тоже такая услуга осуществляется. Предыдущим сервисным центром у нас отсутствует один болтик. Ну и здесь поврежденный разъем зарядного устройства. И задняя крышечка у нас не приклеена, а вот в таком вот виде находится. Сейчас ждем заказчика, должен подойти, будем выдавать все желания, пожелания клиента. Сделали. Телефон теперь у него как минимум в рабочем состоянии.